4 человека пострадали в результате обрушения стены в Дербенте. Посмотрим, что там происходит. Мы сейчас получаем видео в режиме реального времени. Под завалами оказались погребены 4 человека. В течение получаса всех уже вытащили, осматривают их сейчас врачи. В целом состояние удовлетворительное пострадавших, рассказал источник правоохранительных органов республики. По предварительной версии, трагедия произошла по вине рабочих, которые накануне демонтировали стоящее рядом старое здание. В процессе этих работ была повреждена стена кафе, и сейчас-то она обрушилась как раз, рассказал источник в администрации города. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.